Если что, это не такая уж и простая задача. Он всегда в доступе, даже не раскладывая мультитул. Далее одним движением достаем стропорез, он фиксируется. И высвобождаем человека из западни, заклинившего ремня безопасности. Даже для таких ситуаций есть инструмент. Раскладывается очень быстро, и следующий инструмент сразу готов к работе. Ведь не всегда с пострадавшего можно снять одежду. И эти ножницы выручат. И даже если это кожаная одежда. Короче, это инструмент спасателя. Ну или в машину бросить. Мало ли кому помочь.